Погнали, первый трек называется «Интро». Интро. Начнем сначала. The man. Вкатываемся потихонечку. Значит, дальше. Смотри, смотри. Я буду бороться за это. Я буду бороться за это. Как я давно не слушал этот альбом. Даже, ну, фрагменты где-то там всплывали. Вчера, допустим, мы смотрели интервью на стриме. Там был кусочек трека Ice Baby. Ну, я вот, в принципе, наизусть помню. Большинство треков я помню наизусть. Самые такие топовые, как по мне. Вот. Переходим к второму треку «Больше стафа». Как по мне, очень пиздатый трек. Погнали слушать. Погнали слушать. Ну, Genius, давай. Поехали. Дома. Дома. Че? В конечном итоге меня признают невменяемым, но эти строки заставят обратить внимание на нудные пробки, унылые здания, убитые дороги и мое домашнее задание. Еще давным-давно я пообещал себе выпустить свой альбом, и вот уже второй, и по-любому будет третий. Вы уж поверьте, я еще успею надоесть вам на этой планете. Как бы я ни пытался, я никогда бы не смог записать и выпустить второй город дорог. Кто знает, поймет то, о чем речь идет, остальное не ебет. Так вот, салют, народ, как настроение? Че у вас там по теме? Прошло время, пусть немного, но тем не менее. На самом деле все гораздо сложнее, и, к сожалению, все рано или поздно взрослеют. Теперь я реже бываю в метрополитене, не поднимаюсь на любимую крышу даже по воскресеньям. Выступаю с предложением в московской мэрии, а хожу по сцене, ищу свою бутылку Джек Дэниел. Короче, много изменений. Я теперь человек семейный и все время провожу с ней, но это редко, когда я бываю в Москве. А так я где-то по стране, качаем города на качелях. Я понятия не имею, кто нас там сменит. Мы нормально отметились и продолжаем движение. И вам, конечно, виднее, кто как стелит. Но я люблю то, что делаю, а делаю я то, что умею. Пойми, я очень дорожу тем, что имею. И эти парни тоже, небо нам поможет. Вряд ли мы когда-нибудь дойдем до цели, но приятно ловить уважение в глазах прохожих. Блин, тут просто, как по мне, очень крутой текст, и на то время это звучало очень свежо, очень круто. И, не знаю, все, кто слушал рэп, все, кто были хоть как-то причастны к рэпу, слушали альбом Гуфа, и он прям, ну, тут большинство треков не вкатывает на альбоме, не все, но большинство. Тут прям вообще топовый. Особенно «Больше стафа». Ну, хук — это невероятное что-то. Больше стафа, меньше табака. Снизу асфальт, сверху облака. Когда-нибудь ты тоже увидишь тут пока, но это будет чуть позже. А пока больше стафа, меньше табака. Снизу асфальт, сверху облака. Скоро будет наоборот, ну а пока больше стафа, меньше табака. Соблюдая традиции, буду предельно скромен. Не скажу ничего в принципе о своем втором альбоме. Ничего хорошего и неплохого тем более. Наверное, кроме того, что этот альбом сольный. Со стороны прикольно, столько гастролей. Я не скрою, тем, что происходит, я вполне доволен. Но мне спокойнее одному на голиках на районе, с бутылочкой колы на лавочке с Колей. Народ, I'm sorry. Но походу я кое-что понял, стоя у подоконника в том темном коридоре. Кое-чего я, может, и не помню, я не спорю. Ведь последние суток
трое я провел в коме. Сколько джойнтов поники надо взорвать на балконе, чтобы научиться читать, как читает Павел Воля. Но я не буду выступать в роли мамы Чоли. Я из другой категории, слышь, давай поспорим. Я настроен радовать аудиторию, качать на повторе в той восьмерке и Ниссане Патроле. И пока меня это кроет, не ждите конца истории. Кстати, R.I.P. MC молодой. В то время, получается, Павел Воля на Comedy Club выступал с... я не помню. Что-то он как-то подъебывал, короче, Гуфа очень часто. Потому что, ну, там, наркотики, вот это все дела, он так чисто подъебывал. Я не помню конкретно, что там были за номера у Воли, но тут типа как вроде ответочка такая. Ну, в тот момент это было прикольно. Стафа, меньше табака. Снизу асфальт, сверху облака. Когда-нибудь ты тоже увидишь тупака, но это будет чуть позже, а пока. Больше стафа, меньше табака. Снизу асфальт, сверху облака. Скоро будет наоборот, ну а пока. Больше стафа, меньше табака. Больше стафа, меньше табака. Снизу асфальт, сверху облака. Когда-нибудь ты тоже увидишь тупака, но это будет чуть позже, а пока. Больше стафа, меньше табака. Снизу асфальт, сверху облака. Скоро будет наоборот, ну а пока. Больше стафа, меньше табака. Блин, легенд. Все, что будет ниже, сейчас. Очень лично. Планка выше, настрой типичный. Мрачный юмор, как обычно, в наличии. Многое между строк, кое-что в кавычках. Я постараюсь дать ответы на вопросы, которые до этого не решался задать никто. Я знаю, что надо быть предельно серьезным. А если что-то забуду, то вспомню потом. Короче, тут дальше идет скит. Гуф в 2009 году озвучил мультфильм, если вы такой смотрели, 9 называется, по-моему, да? Да, одного из персонажей он озвучил. Там много, короче, много кто озвучил, вот Константин Хабенский, еще там достаточно именитых таких актеров озвучки и вообще просто актеров. Прикольный мульт, если вы не смотрели, советую глянуть. Я его, конечно, давно не пересматривал, надо будет как-нибудь глянуть. Прикольный, прикольный. И тут в каждом треке, получается, концовочки, в концовочках есть кусочки из мультика вставленные. То есть, потом, по-моему, в 2014 году вышел альбом, точнее, переиздание альбома Гуфа с вырезанными этими кусками. То есть, я не знаю, зачем, просто, ну, остались, как бы остались, кому надо, тот сам может вырезать. При желании. Вот, как-то так. Легендарный трек, легендарный альбом, пиздец вообще, я так, столько всего вспоминается, блядь, школьное время, вот это вот все, было прикольно, с одной стороны, да, было интересно, блин, ну, Гуф, конечно, красавчик вообще. То есть, некоторые, кто смотрит, наверное, эту реакцию или... зашел на стрим, думает о том, что я его хуесошу, потому что мне не понравился его последний альбом. Я это очень часто говорю, потому что много хейта было, но как бы сравнивать в любом случае не стоит. Многие пишут, конечно, что там в новом альбоме запретное место — это старый добрый Гуф. Я не совсем с этим согласен. Может быть, фанатам виднее, не знаю. Чисто мое мнение. Вы можете думать совсем по-другому. Перейдем к третьему треку, называется «Под балконом», и этот трек тоже один из моих любимых на этом альбоме. Мне очень нравится, и тут в каждом треке есть своя история. То есть «Под балконом» прям пиздец, тут очень, очень жёстенькая такая хуйня. Поехали. Ба. Ба.
Ба, нас с тобой кто-то сглазил, я отвечаю. Но ведь не даром мы с тобой за москворечане. У нас броня, тут 7 высоток и 3 кольца. Я ору в 2 икса, плюс ты оригинал ба. Но ситуации бывают разными, и на земле всегда будет хватать охуевших пидорасов. В тот странный вечер 25 октября. Прости меня, ба, за то, что не уберег тебя. Короче, слушайте в двух словах мои следственные показания. Под музон еще и в стихах. Здесь все именно так, как там у них на бумагах. С моими подписями в их печатях и штампах. 25 октября 2007 года. Я такой-то, такой-то шел в сторону дома. Вместе со своей девушкой, такой-то, такой-то и другом. Таким-то, таким-то шли в сторону дома. Мой двор на местности называют пьяным. Там постоянно бычье, студенты, панки, эмо, фаны. И мне не показалось странным, когда пятеро в углу двора пиздят одного ногами. Не показалось странным мне, но не моему другу, который пошел к ним. Слушайте дальше. Я хватаю свою девушку под мышку, а он к ним типа: парни, слышь, хорош, это уже слишком. Все как один разворачиваются в сторону него. Я понимаю, какое-то нездоровое дерьмо. В эту секунду вы не поверите, такая картина. Из подъезда выходит Тамара Константиновна. Когда в первый раз слушал, я переживал за Тамару Константиновну, за Original Ba и вообще за эту ситуацию. Она ебаненькая, честно говоря. Но это очень-очень пиздец, как интересно слушать. И ладно, слушаем. Невменяемых типов ломится убивать нас. Убивать нас. Девушка, верите, такая картина. Из подъезда выходит Тамара Константиновна. 5 невменяемых типов ломится убивать нас. Девушка, бабушка, паника, ужас. Если бы Original Ba там бы не ступила, этого может быть и не было. Но было то, что было. Потом, как и должно быть, конечно. По сценарию предусмотрено 20 секунд экшена. Эти 20 секунд нам показались бесконечными. Улицы, дверь, домофоны, клетка лестничная. Нас там чуть не убили, было очень страшно. Мы еле забежали в лифт и нажали этаж свой. Слышали их топот параллельно, пока мы поднимались. И мы ужасно испугались. Чудом забежали в квартиру, стали звонить в милицию. Все втроем мы начали звонить в милицию. Хотели позвонить кому-нибудь еще, но было некому. И мы продолжали звонить в милицию. Трое стояли внизу под балконом. Орали: спускайтесь сюда, вам пиздец, гондоны. Двое дергали ручку и били ногами по двери, и штукатурка осыпалась. Приди, посмотри. Пока они ушли, прошло минут 15 где-то. Мы вспомнили про бабушку, она ушла к соседу. Мы и подумать не могли, что пока мы были наверху, какая-то сука сломала бабушке руку. Мы отвезли ее в больницу, там ей наложили гипс. Старушке 83, читает газету «Жизнь». Почему не стали подавать заявление в милицию? Наверное, не хотели трепать себе нервы. Короче, все затихло, типа все замяли. Съездили с любимой отдохнуть, купались в океане. Мы летаем, сидим дома, дуем, 7 утра. Звонок в дверь, на пороге опера. Вы такой-то, такой-то, с нами пройдемте. А что случилось, мы вам расскажем по пути. Везут меня до отдела, и там я понимаю, что у какого-то дела я главный подозреваемый. Оказывается, в тот же день того же года им поступило заявление такого рода, точнее уведомление. Из Склифосовского доставлен сотрудник милиции, отпизженный жестко. Типа в то же время вечером того же дня три типа стояли скромно, бухали во дворе у меня. Как это обычно бывает скромно, три типа стояли, бухали во дворе моего дома. Вдруг откуда ни возьмись, появляется парень. Самому здоровому из них сходу сует в ебаль. Резко соскакивает и скрывается за дверью моего подъезда. Что было дальше, интересно? Эти в ахуе видят с моего балкона. Тот же парень орет: вам пиздец. Минута ровно, появляется 15 человек с битами. И некоторые из них сейчас в клифе с черепами пробитыми. Ну это же пиздец, какой охуенный трек, как он пиздато написан. Конечно, по рифму он тут, блядь, такое себе. Ну, как, в принципе, Гуф рифмует на глаголы и так далее. Но тут сама история интересная. И как это все зачитано, как это подано. Как по мне, это очень пиздатый трек. Один из крутых на альбоме у Гуфа. И вообще, ну, в его всем творчестве. Прикольный очень трек. Прям пиздец. Захватывает. Той бачи такова, морали нет вообще. Так ведь легче, это просто слова о том, как обстоят дела здесь, где Москворечье. Мораль той басни такова, морали нет вообще. Так ведь легче, это просто слова о том, как обстоят дела здесь, где Москворечье. Еще биты такие сочные на альбоме, пиздец.
послушали мы «Тречок». Блин, а я, честно говоря, начал слушать альбом, вообще забыл о том, что я оцениваю треки в альбоме. Нужно это или нет, я не знаю. Но как мне, это хоть что-то, капельку какой-то интересности добавляет, и кому-то интересно мое мнение. Вот. Если... Ну... За трек больше став, а там 5 из 5 однозначно. Очень крутые моменты. Классный хук. В треке «Под балконом» тут интересный сюжет. Интересно слушать. Охуенно подано. Пиздатый минус. Все здесь, вот просто все охуенно. И этому треку тоже можно поставить 5 из 5. Следующий трек у нас 4-й, «Не все потеряно», «Фицбасты». Что можно сказать по этому треку? Я не помню. Ну, я помню хук, куплеты не помню. Сразу скажу, ни один, ну, не самый лучший фит у них, как мне кажется, на вообще. Вот у них был альбом «Баста Гуф», который мы, наверное, тоже потом послушаем. Вот там трек, допустим, «Самурай» есть, очень, который прям не очень заходит. Я даже, ну, могу его сейчас послушать, и мне, я уверен, что 100% тоже, ну, как бы, будет по нраву. «Не все потеряно» тоже неплохой трек, но не лучший тут с альбома. Ладно, слушаем, короче, «Не все потеряно», «Фицбасты», 4-й трек, поехали. Берегам, два круглые 10, здесь, скачай из интернета. Сделано на совесть, поехали. Вася, давай, давай. Если ты начал рамсить, будь любезен грести. Твой стайл нудный пассив, ноги уноси. Я видел немерено типа крутых МС. Ты лепишь гэнгста из себя, но тебя мама ждет дома к 6. Лучше сперва подрасти, хотя навряд ли возраст такому, как ты, и прибавить мудрости. Упаси тебя Бог, попался мне на улице, ведь все, что ты сможешь произнести. Просто прости. Пусть я не так мастит, как другие МС, но любому охуевшему в 5 сек вынесу мозги. Лучше в текстах не трогать членов моей семьи. Весь маза упасть и не подняться с земли. Меня списывали со счетов, удаляя списков живых. Я был на нулях, теперь гонораром липнут нули. И пусть я не обладаю ударом Мухаммеда Али, зато мне близок его дух, веры и борьбы. Может я старомоден, и мне впору нафталин. Предпочитаю для свежей петли и старый винил. Кого-то плетну скул и южный стиль. Меня сводит с ума премьер и талиб квели. Кого-то прут бутики и модный прикид. Меня прет новый мотив и круто замучен бит поверх заученный стих. Если смогу, не забыть, если забуду, будь уверен, тут есть кому подхватить. Не стал богачом, зато всегда есть почитать о чем. Не стал святым, но и не превратился в черти чё. Знаю, чё почем в этой мутной игре. Ростов-на-Дону, Москва на Москве-реке. Блин, но все равно вот этот парт у Басты здесь он в принципе хороший. И по рифмовочке, конечно, он Баста рифмует немного получше, чем Гуф. Тоже проскальзывают какие-то эти, но легендарочка, все равно легендарный. И хук здесь, и... Ладно, давайте дальше слушать. Ну, хороший куплет у Басты. Реки, знай, не все потеряно пока. В руке ручка и по бумаге строка. Пока Москва на Москве реке, Ростов на Дону. И я на своем берегу. Знай, не все потеряно пока. В руке ручка и по бумаге строка. Пока Москва на Москве реке, Ростов на Дону. И я на своем берегу. Странно, но я доволен тем, что есть. Я топчу свою поляну, на весах имею вес. И наш замес нормально набирает обороты. Меня это прет, если честно, как никого-то. Я работал экскурсоводом, водил толпы народа темными тропами по дворам города. Теперь я вот он, в твоей стереосистеме. Подразделение центр, отдел секретных сообщений. Выше, чем антенны, ниже, чем облака. Эти темы пишет ночами Москва, река. Ей помогает пацанчик, ее правая рука. Они вместе курят планчик и путают берега. Потом качают города, от Калининграда до Камчатки и обратно. Значит, так надо. Благодаря болванкам и проводам вся страна в курсе этих странных центровых раскладов. Новые партии стафы для ценителей культуры. Нам не нужны контейнеры, цистерны, фуры. Навалом аппаратуры и в рекордно короткие сроки эти строки залетают в ваши системные блоки. На Дальнем Востоке всегда
Сибири или Средней Азии, на Северном полюсе или на Кавказе. Мы, по-моему, говорили, что мы на связи, а вы по-прежнему доверяете Гуфу и Басе. На студии в Газе, как на военной базе, я в мясе, московский ганджубасик опасен. Вася по классике заваривает в тазике что-то китайское, нас по-разному, но колбасит. На праздник или в будни, пойми, мы тут не одни, нам не впадлу будет дойти до студии. Он пьет чай, я дую, нам есть что обсудить. Мы беседуем, рифмуем, мы и ставим это людям. Знай, не все потеряно пока. В руке ручка и по бумаге строка. Пока Москва на Москве, реке Ростов-на-Дону, и я на своем берегу. Знай, не все потеряно пока. В руке ручка и по бумаге строка. Пока Москва на Москве, реке Ростов-на-Дону, и я на своем берегу. Пока мы занимаемся этой ерундой, кто-то делает вид, что дружит с головой. У кого-то нет башки, не было никогда, но и тех, и других прет эта ерунда. Знай, не все потеряно пока. В руке ручка и по бумаге строка. Пока Москва на Москве, реке Ростов-на-Дону, и я на своем берегу. Знай, не все потеряно пока. В руке ручка и по бумаге строка. Пока Москва на Москве, реке Ростов-на-Дону, и я на своем берегу. Блин, легендарный трек на самом деле, но мне кажется, это не лучший с альбома, плюс не то, что мне прям ну на 100% нравится, он прикольный, да, хороший в куплеты, и шоу, у Басты Шоу Гуфа, и хук, конечно, который заедает в голове, то есть его хочется напевать, но этому треку я поставлю 4 из 5, потому что, ну, блин, ну не на 100% он мне прям заходит, ну, как-то так. Но это хорошая оценка 4 из 5, как по мне, вообще прям улет. Что там в конце у нас? Опять кусочек с этого, с мультика будет, походу. Или нет? А, нет, тут ничего нету. Окей. Так, ну, хук хороший, запоминающийся, полностью согласен. Прям качает, качает, да. Но, блин, не знаю, хук классный, да. И куплеты тоже нормальные. Вот. Следующий трек у нас называется «Заходит луна» с Принципом фит. Не знаю, я поначалу, когда слушал треки, ну, в основном я сольные треки Принципа не слушал, я только на фитах его слышал, с Гуфом там, с кем еще, блядь, не, честно говоря, не помню. Только помню, что с Гуфом много у них было, и совместный альбом у них первый есть, «Подарок», по-моему, 2004 года, что ли, или 2005. Вот, ну там альбом такой, то есть мне вообще ни один трек оттуда не нравится. Мне поначалу «Принцип» не заходил. То есть он есть на лонгмиксе, который будет в альбоме «Центра», «Эфир в норме». А потом что-то как-то я, ну как-то вникся, проникся, наверное, его творчеством. И мне что-то стало нравиться. Но не так, чтобы прям много треков выпускает. Сейчас я абсолютным образом за ним не слежу. Раньше только на фитах его слышал с Гуфом в основном. То есть тут атмосферный бит. Вообще тут биты очень крутые на альбоме. Прям пиздец. Они очень атмосферные, очень классно сделаны. Не то, что сейчас сделают. Могут, конечно, лучше сделать, чем делали тогда в 2009 году. Но почему-то, не знаю, как такое ощущение, что поменялось... Ну, меняются вкусы со временем, это, то есть, нормально, но, как по мне, душевность какая-то от инструменталов ушла, которую вот сейчас делают. Просто ее нет. Вот «Заходит луна», тут инструментал классный. Тут во всех треках, блядь, в принципе, он классный. Ладно, погнали слушать «Заходит луна». Какой бит?
Надо обязательно запомнить этот странный день. Сегодня я окончательно понял, у меня нет друзей. Я уверен, что с утра буду думать по-другому. Но такая мысль пришла, и от этого стрёмно. Бывало, холодало иногда, да, ну и ладно. Там была правда, я и не скрываю. Я начинал читать рэп для самого себя. Уж точно никогда не хотел, чтобы меня узнавали. Считал, что имел право, читал, как умел, правда. И меня это радовало. А если рады пару парней с района, это вообще порядок, вот он где музончик, вот они где хит-парады. Я просто хотел занять свою нишу. Сами знаете, кто открыл мне доступ на эту крышу. Я шел на площадку, когда было жарко. Если начиналась гроза, я прятался в арке. Ждал появления солнца, смотрел на небо. И никому не доверял в то время, кроме рэпа. Те, кто знает, что такое ЗМ, меня поймут. Мир всем местным, 09, народ, салют. Заходит луна, восходит солнце, приходят друзья. Так, ну тут такой чисто искренний куплет от Гуфа под такой биток и с таким, ну и хорошо написанный текст, как по мне, мне прям заходит, очень нравится, и битло от Мико, от GLSS, да, раньше под этим, под его продакшеном много треков выходило, сейчас я не знаю, что он там делает вообще, делает ли он биты или нет, но раньше прям он много с кем сотрудничал. Так, давайте хук послушаем. Кроме рэпа, те, кто знает, что такое ЗМ, меня поймут. Мир всем местным, 09, народ, салют. Заходит луна, восходит солнце, приходят друзья, а с ними новые знакомства. Любовь, громкий хохот, безумство, обещаний или хорошие чувства. Заходит солнце, восходит луна, Москва, центр. Половина девятого, съемная хата, веселые ребята глазеют на меня с плаката. Ведь все было лучше гораздо совсем недавно, да. Скручиваю, взрываю, думаю, нахуй все это надо. Я и слова-то такие не понимал никогда. Саундчек, райдер, условия, контракт. Я не привык оставлять теги в чужих паспортах. И с детства теряюсь при виде фотоаппарата. В принципе, нормальный расклад, это факт. И я, безусловно, рад всем успехам группы Центр. Но не вариант этот стать вставить всем подряд. И, по-моему, многовато за месяц 20 концертов. Реально странно для меня вся эта типа слава. Довольная мама, клип в ротации на музыкальных каналах. Журнал «Право», вы что, шутите? Хорош. Вы меня, походу, путаете с кем-то, на кого я похож. Таких динозавров, как я, очень мало осталось. Но качаются залы битком и блестят глаза. И, может, временами я чувствую, что выдыхаюсь, но задержусь тут еще альбома на два. Заходит... Ну, не на два альбома, конечно. И довольно много вышло после этого альбома. Короче, блин, ну действительно, за месяц 20 концертов, это такая популярность группы «Центр» была, что пиздец вообще, я, ну, я охуевал. И мне нравились не все их треки, да, но большинство, то есть даже не самые популярные, но прям не вкатывают. Луна, восходит солнце, приходят друзья, а с ними новые знакомства. Любовь, громкий хохот, безумство, обещаний или хорошие чувства. Заходит солнце, восходит луна, Москва, центр. Москва, центр. Зима. Так, давай, я сейчас отвечу тебе, сейчас я по поводу трека скажу. Блин, тут... А, давайте дослушаем, там будет что-то. На машине было гнездо. Словно специально для нее, и те же знаки. Как будто деталь, которой не хватало. А, это все, да? Ладно, по поводу трека. Я почему-то думал, я уже забыл, я давно его не слушал. Я почему-то думал, что здесь есть парт этого... принципа. Почему-то думал, что здесь куплет принципа, не только он хук исполняет. В общем, куплеты Гуфа мне зашли вообще полностью прям.
чисто искренние, да, там какие-то переживания, то, что он не вывозит. Ну, точнее, он вывозит, но тяжело ему это все, 20 концертов, вот эта популярность, все, ему это не надо, не то чтобы прям не надо, да, но он слишком популярный. И из всех троих в центре он был самый популярный гуф. Ну и, в принципе, сейчас есть, я, мне кажется, просто... На первом месте, наверное, Гуф, потом Слим идет, а потом уже идет Птаха. Птаха там вообще уже сейчас вообще, ну, по большей части его творчество нахуй никому не надо. Ну, по крайней мере, я так думаю. Менее популярный, чем остальные МЦ. В общем, Хук, принципа, блин, мне не очень нравится. Мне больше нравятся его куплеты. Очень атмосферное здесь битло от Мика Продакшена, GLSS, мне нравится. Крутые парты у Гуфа, но Хук, к сожалению, не заходит. Мне больше нравятся парты Принципа, особенно с лонгмикса, как он там называется, я не помню. Там еще Тандем есть, 5 плюх, по-моему, на эфир норме. Но будем слушать потом, завтра, по-моему, будем слушать, и я выскажусь по этому поводу. Треку я поставлю 4, потому что мне не понравился Хук. Для нее мы смотрим клип. Ну, это такое, сразу скажу, это попсовенькое такое музло, то же самое, что и Ice Baby. Чисто попса. Вообще замечательно. 480p. Он еще и на Газгольдере тогда был, да, он выходил, получается. Ну, ладно. Ну, что-то качество, конечно, я того. Все как мы любим, это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном она. Каждая лягушка хвалит свое болото, а я все так же посвящаю строки этому городу. Я знаю, может звучит как бред для кого-то, пусть будет так, но все приходит с опытом. Пока в облаках летают такси-вертолеты, ленинские опять перекрывают из-за прилета кого-то. Союз печати продолжает продаваться блокноты, пристально палят за нами эти 7 высоток. Пока все 3 кольца страдают от пробок, а под землей туда-сюда носятся суетливые толпы. Я ничего не прошу, просто хочу, чтобы оставили немного места для моего хип-хопа. Заняты все места на парковке в Европейском, в полном вагоне метро может не оказаться местных. Офисы, лампы дневного света и не висят занавески. Нашествие приезжих похоже на стихийное бедствие. 100 пудов такой трек должен быть грустным. Так что мир всем местным, гуф, все моя кузня. Да это и не песня даже, а скорее письмо. Не для ушей ваших, а лично для нее. Мне изначально есть чем гордиться, ведь мне довелось родиться в самом центре столицы. И пока мое сердце будет биться, я буду гордиться местом, где было суждено родиться. Я обожаю Россию, очень люблю людей, независимо от провинциалов или москвичей. Но, во-первых, бывают разные провинциалы, а во-вторых, мне кажется, что она слегка устала. Поймите, я москвич, москвич до мозга костей, гораздо больше, чем большинство из москвичей. Кто не в теме, народ, простите, я один из оставшихся в живых коренных жителей. Для меня это важно действительно. Я вижу, как город умирает от жажды, зато сыты строители. Больше новых многоэтажек на репите, она не запалит даже, вы сами все прекрасно видите. Я, например, больше Лужкова переживаю за то, чтобы в центре продолжали ходить трамваи. И если кто-то утверждает, что любит Москву больше, чем я, то он мой клон. Я не знаю, поймет ли меня народ, но если вся страна переедет жить в ваш город, я думаю, вряд ли вас это пропрет. А причина бесконечных пробок далеко не светофоры. Мне изначально есть чем гордиться, ведь мне довелось родиться в самом центре столицы. И пока мое сердце будет биться, я буду гордиться местом, где было суждено родиться. Я обожаю Россию, очень люблю людей, независимо от провинциалов или москвичей. Но, во-первых, бывают разные провинциалы, а во-вторых, мне кажется, что она слегка устала. Все как мы любим, это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном она. Так, что по треку, по клипу? Короче, мне, честно скажу, нравится этот трек.
Да, его часто крутили, по-моему, по MTV, по Муз ТВ, если не ошибаюсь. И он такой попсятенький. Он мне потом со временем поднадоел, когда его очень часто крутили. Ты хочешь, включаешь какие-нибудь музыкальные каналы, да, у меня тогда на то время был комп такой стрёмненький компец, и интернета не было нихуя. И я, короче, ну, я, да, там я скачивал у друга, мне просил его, чтобы он скачал мне альбомы, там, клипы, вот это вот все. И у меня чисто вот так уж полный жесткий диск на 500 гигабайт почти полностью был забит всяким рэпом, блядь, даже тот, который я не слушаю вообще. И сейчас я вот зашел посмотреть, он до сих пор жив, этот, блядь, жесткий диск, я вообще в шоке. Столько он уже лет ему. Говорят, блядь, жесткие диски быстро дохнут, нихуя подобного. И, короче, просто, ну, такой попсовенький трючок, но мне нравится. Вот на то время он меня подзаебал, сейчас я послушал, да, мне вкатывает этот трек. Мне клип обычный такой, достаточно попсовенький. Ну, такой обычный, дефолтный вообще. Трек прикольный, хотя тоже, не знаю, по мне так немножечко попсятинка. Вот. Ну, не такой, как Ice Baby, конечно, но тоже. В общем, треку и клип... Ох, клип не будем оценивать, тут клип такой обычный. Просто трек как трек оценим. Треку я поставлю 5 с 5. Это крутой трек, как по мне, мне заходит. Мне очень нравится. «Провода». Ну, это тоже легендарный достаточно трек. Наверное, как этот, как «Трамвайные пути», я думаю. Тоже прикольный. Блять, его мне... А что такое? Не понял. Короче, ребят, Genius лег. А, нет, не лег, все нормально, окей. Слушаем «Провода». Мне так вкатывает, я, блядь, вот со старого жесткого диска, короче, скачался на ком, блядь, альбомчик. Сколько ему уже лет, блядь, да дохуя вообще. Вот с 9-го года он, прикиньте, это пиздец раритет. Тогда было тяжело это делать. У кого интернет хуёвый, было тяжело что-то достать. Только если скачать у кого-то там, ну да. А так самому у меня интернета не было. Погнали, «Провода», фит MiG-29. Ну, загибок. Все мы знаем, да? Кто такой загибок? Тут легендарный куплет Куфа, конечно, это пиздец. Мне очень нравится. Погнали. Над головой тучи, под ногами лужи. Тогда же лучше, ведь могло быть и хуже. У тебя туфли кучи, брюки поуже. А меня сушняк мучает, да и поспать мне нужно. Что-нибудь скушать тоже было бы отлично. Со вчерашнего ужина хоть плюшку для приличия. А эти суши в нашем этаже, как обычно, были протухшими, этаж, ничего личного. Еще простужен типично, шмыгаю носом. Вчера шмыгали дружно, мир всем деснам. Казалось, морозило, оказалось, азбука Морзе. Вроде люди взрослые, как-то несерьезно. Вчера была туса, было жестко. Свет был тусклым, соски в броском. Волосы узкими, экран был плоским. Канал не русский, на нем видосы. Сегодня грустно, сегодня отходосы. Родная кузня, как-то пусто просто. Два мусора у Евросети, у них есть вопросы. И следы чьих-то кросс на моих кидосах. Сразу скажу, сорян, что стопорнул. Вот эта часть в куплете Гуфа мне больше всего нравится. Я прям кайфую от нее. Троллейбусные провода висят, извините, а куда мне идти? В ответ загудят, вон гляди, там вдали блестят твои любимые трамвайные пути. Вот у них и спроси, я шатаюсь, пошел к путям пути, куда идти? Слышь, давай, думай сам, ты же взрослый мальчик уже, Алеша, ты до дома доползешь, тут даже в мясо объебошенный. Может, поможете все же, я же слепой же, и ночью ничего не вижу, я вас уважаю пути. Слышь, Мойша, да ты хорош уже. Ты, похоже, нужен тем двум возле Евросети. Шалом, друг, ну... Блин, легендарный парт от Гуфа. Вообще, он мне очень нравится. И битос, опять же, от Мико, GLSS, все дела. И, кстати, тут и куплет от Загибка тоже прикольный достаточно. Загибок сделал круто, как по мне.
Погнали слушать. Звони, если чё там вдруг. Андеграунд рядом, надо только приподнять люк. Я покидаю клуб, в клубе дым, что в меня вдули. Кому-то раздают пиздюли в вестибюле. На улице рассвет, небо хуй пойми какого цвета. Унылый узбек метет газеты. Лето, мусора в бронежилетах. У них есть огнестрельные пистолеты, а у меня нет. Похуй, бруто нет, то плюхи бруто, это круто. Алексею было нетрудно пустить самокрутку по кругу, по кольцу, продвигаясь с центра к юго-востоку. Игнорирую милицейский свисток. Биток в ушах, в кармане ингалятор от астмы. Две зажигалки для безопасности. Косарь про запас, не палец скрученный в колбаску. И паспорт, что я не только что приехал в Москву. Я не паспорту, хоть и вряд ли подрасту. Еще иду по Лефортовскому мосту оттуда, где пипл тоже хавает туман. Но что я кастую в тумане, ковыряя в носу на досуге. И это не для блага индустрии борьбы со скукой, которая нас учит быть суками. По сути, интересуйтесь и по сути инфо дальше. Загибок и гуф на студии 2009. Москва, Раша. Раша. Блин, здесь хук охуевший вообще. Я когда в первый раз послушал этот трек, я думаю, блядь, ну у гуфа куплет пиздатый, но вот у загибка что-то хуйня какая-то. Потом, когда я прочувствовал этот куплетосик, да, там рифмовочки, вот эти вот прикольные какие-то тут фразы, да, про паспорту, про пиздюлей вестибюль, это же охуенно. То есть это прикольно. И хук. Фармацевтика, гомеопатия, ускоренный, накуренный, иду спать я. 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 Блин, крутой трек, хорошая совместка, как по мне. Некоторые, даже помню, раньше слушали просто, то есть они вырезали куплет гуфа из загибка нахуй, вырезали, обрезали загибка. Интересно было. Как по мне, нужно расчувствовать просто этот куплет, и все будет заебись. Трек, как по мне, охуенный. Его можно оценить на 5 из 5. Попсовый трек, клип, блядь, везде был, где только можно. MTV, Муз-ТВ, блядь, везде. Просто попсовенький крутой трек, как по мне. Который я помню, блядь, наизусть до сих пор. Поехали. Еще мне... Не понял. Еще у нас там лаганул стримец немного. Хотя не врат, наверное, на телефоне. Ладно, погнали слушать. Ребят, кто залетел на стримец, поставьте, пожалуйста, лайкосики. И если вы хотите заказать альбомчик, клип, трек, видео какое-нибудь, вы можете сделать это прямо сейчас. Погнали. Блять, тоже качества нет, да? Замечательно. Еще один последний раз, я умоляю, прости, а больше так не буду, я обещаю, мне очень стыдно. Держи, вот мой мобильный, серьезно, хочешь, возьми, на. Сотри всех дилеров, удали новые имена. Девочка, мне только ты одна нужна, слышишь, иди сюда. Пожалуйста, поближе, прошу, это же я. Прости, дурака, дорогая, что-то снова черт попутал. Меня давно не привлекают такие маршруты. Я знаю, тебе было трудно эти дни, любимая. Я только с тобой теперь буду, иди, обними меня. Кстати, выглядишь очень круто, нереально. Реально красивая, на меня не смотри, на мутках дело не в стиле. Да ладно, мы оба знаем, ты никогда не сможешь уйти. Меня придется простить, дорогая, как ни крути. Кто там звонит, ну не мешай, а хватит, дай подойти. Меня будут ждать люди на студии к 9. Со мной нельзя, сори, правда, пойми, там одни ребята. Они курят и ругаются матом. Сегодня суббота, я без пробок, туда и обратно. Ну что-то не надо, погода изменится завтра. Айс. Айс, айс, бэйби, я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе, и я тебя люблю, слышишь? Айс, бэйби, айс.
Ice, ice, baby. Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе. И я тебя люблю, слышишь? Ice, baby. Ice, вот baby. Это да, у меня теперь есть жена. И сегодня я люблю ее сильнее, чем вчера. А завтра буду любить сильнее, чем сегодня. Ну да, наверное, я старомоден. Она засыпает у меня на плече в самолете. Она не читает, о чем я пишу в блокноте. И меня прет все то, что происходит. Хочу маленького гуфика, долик в Подмосковье, огородик. Кто-то сказал вроде, что я женился не вовремя. Но не появись она, не было бы и меня. Был бы наш совместный с принципом подарок. И мой город дорог, посмертно выпущенный на ЦАО. Она проснется уже часа через два. Я... Когда слушал этот трек, я еще не знал об альбоме «Подарок», по-моему, на то время, если я не ошибаюсь. Я вообще не понимал, вот в треке, вот в этом, был бы наш совместный с принципом подарок. Я вообще не понимал, о чем речь идет. Про принципы я понимал. А что за подарок, блядь? Я вообще не вдуплял. Что за хуйня? Так потом я узнал, что подарок... Ну, подарок это такой, конечно, ну, первый альбом сольный, что строго судить-то не будем. Такая вот хуйня. Просит у меня, спал ли я? Я отвечу, ну да. Ее всегда бесит, если я пишу ночью. Ну и чё, как песня? Еще не закончил. Ice, 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 baby. Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе. И я тебя люблю, слышишь? Ice, baby, ice. Ice, ice, baby. Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе. И я тебя люблю, слышишь? Ice, baby. И неужели писать про любовь настолько сложно? Встревоженно думал Лёша, полулёжа. Надоело писать и стирать всегда одно и то же. По-хорошему надо забить и отложить на попозже. Я так не волновался, даже когда писал новогоднюю. Ну хотя бы несколько фраз, ну может сегодня. В честь праздника, дня всех влюбленных, но глаза красный гаснет экран у телефона. Ice, 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 baby. Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе. И я тебя люблю, слышишь? Ice, baby, ice. Ice, ice, baby. Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе. И я тебя люблю, слышишь? Ice, baby, ice, baby. Блин, ну об этом треке долго говорить не будем. Это легендарный попсовый трек, посвященный Айзе. Вот и все. Крутой трек, и куплеты, блядь, и хук. Ну, клип такой банальненький, чисто для АТВ. Но трек легендарный до сих пор, если он где-то будет играть на фоне. Далее я могу просто послушать, сейчас послушал, чисто кайфанул просто. И, блядь, наизусть его просто, наизусть знаю. Микрофон вырубил, потому что, чтоб не мешать. Потом просто напишут мне в комментариях, какого хуя ты там поверх, что-то хуяришь. Блядь. С одной стороны, мне похуй должно быть, а с другой, ну, может быть, они и правы. Короче, трек пиздатый, легендарный. Крутое все здесь. Инструментал тоже мое почтение. Просто великолепный. 5 из 5 ставлю этому треку. Переходим к 10-му. Это у нас Fit Tandem Foundation. Кстати, про Tandem что хочу сказать. Tandem, блин, у них есть прикольные действительно треки. Вот. И вот это сверху видно все прикольные. Мне нравится парт Мафона на лонгмиксе на эфир в норме. Там крутой парт у него, очень сочный такой, как по мне. Блин, потом, да куча, короче, у них же много фитов достаточно у Гуфа с Тандемом, и там прям фиты в основном все хорошие, прям хуёвых нет, как по мне. Погнали слушать. Сверху видно все. Битосик легендарный. Ребят, залетел на стрим, поставьте лайкосики. Едем. Да, чё?
Очень скоро укатит в депо все эти трамваи. Но пока мне говорят хватит, я продолжаю. Может я и перестал жестить, как тогда. Но где кончаются пути, начинаются провода. Да, меня это так прет, запретный плод слада. Качество стафа зависит от количества бабок. И я бы жил нормально, но увы, я привык смотреть куда-то выше вашей головы. Я из Москвы, и вы знаете откуда. Я повторять не буду, меня понять нетрудно. Гуф, три буквы, я жутко мутный. Вась, замес лютый, ты смотри, не попутай. Темное время суток, я кушаю фрукты. И тупо брожу на Чистопрудном в поисках пудры. Сегодня в Южном Бутово я вырубаю дудку. Завтра ветра попутного тушка улетает в тундру. Вьюга только у пилота есть катапульта. Но я ведь внук Аэрофлота, поэтому хуй там. И пока Шуры в руках, и Кейв за пультом. Всем берегам салам, айо, народ, салют вам. Сказали, надо нести ответственность за кого-то. Эти треки могут как-то навредить кому-то. Сейчас модно писать про любовь или погоду. Вот только трудно, так что, что ловить, ловите про замуты. Мне короче, ладно, послушай. Все, ты так и знай, ай. Почитай мою книжку и давай взлетай. Высоко, но не слишком, чтобы вернуться обратно. И накинь пальтишко, тут довольно прохладно. Аккуратно, смотри, не задень провода. С утра было пасмурно, но я разогнал облака. Все правильно, теперь давай сюда. Можно летать без палева, если не пугает высота. Короче, по поводу куплета Гуфа на этом треке. Он неплохой, но, то есть, это не топ. У них есть на другом, блин, как же, не помню, короче, врать не буду, не помню, как называется трек, но есть более топовый тречок у них. То есть тут хороший куплет, но Кукни тут нравится на самом деле больше, чем Парт. Вот, поехали. Одни Москвы и в руке большой сплиф. На вопрос, как ты, обычно отвечаю, я убит. Фейк МСИС на слив, не надо фит просить. Мысли подбиты, это и есть хип-хоп из России. Второй сольный, мясо поверх минусовок. Капы с московским смоком, и ты б не смог так. Сотка за 40 того сорта, от которого в сопли не попасть на срок. Хуй знает насколько, ведь столько серых и столько уже село. Каждому терпение и веры на это время. Раз, раз-раз. Здесь легендарный парт Слэма. Ну, такой тоже, ну, похуже, чем Гуфа явно на этом треке, но у Мафона мне очень нравится. Звучок на краю, парень, что-то знакомое. Если вставляет, лучше посоветуйся с наркологом от Кока-Колы. И туда выше к мосту по Боровке я с Переделкино. Если еще не понял, кит, я тучи разведу руками, как Аллегрова. По жизни занимаюсь тем лишь, что кашу под негров. Летай со мной и двигайся еще плавнее. Второй город дорог уже готов у нас на небе. Мой лучший друг это Шур СМ-58. Если мы с ним в тандеме, то значит все серьезно. Мы здесь не мерзнем, то что несем доступно многим. Не забывай здесь Саша, старый мельник, Слэму Букин. Эти треки могут навредить только их авторам. Но я найду того, кто даст надежду на завтра. Я не болею, потому что я всегда подлечен. Береги печень, сын, здесь Гуф и тандемчики. Мне сверху видно все, ты так и знай. Ай, читай мою книжку и давай взлетай. Высоко, но не слишком, чтобы вернуться обратно. И накинь пальтишко, тут довольно прохладно. Аккуратно, смотри, не задень провода. С утра было пасмурно, но я разогнал облака. Все правильно, теперь давай сюда. Можно летать без палева, если не пугает высота. Блин, ну это прикольный трек. Конечно, мне здесь больше всего понравился парт Мафона. Как по мне, он по, ну, поприкольнее звучит. И на втором месте, наверное, парт Гуфа идет. На третьем идет парт Слэма. Вот. Ну, хук, конечно, ебейший тут. Хук ебейший на этом треке. И по мне, торчок, наверное, ну, на троечку из пяти. Как по мне. Он прикольный, с одной стороны, но тройка тоже это не ноль и не однерка. Тройка — это нормальная оценка для трека, вполне себе. Бит здесь, конечно, сочный от Мико, это очень круто. Двери закрываются.
шикарное царство, размахом поражающее за копейки. Приглашает всех желающих, куда-то спешащих и просто гуляющих, бодрых с утра и вечерами засыпающих, опаздывающих и уже опоздавших, местных шарящих и приезжих от своих отставших. И вряд ли я что-то приукрашу, если просто скажу, что это все наше. Ну и как сами видите, прикиньте, ловите вам подарок от души, дорогие жители. И тусуйтесь там, суетитесь, любуйтесь, но будьте бдительны и не сорите. От края платформы отойдите, повышенная опасность, вся фигня, вы помните, мое любимое московское метро. Вот оно, точно, тема про него. Быстро, удобно, надежно, всегда тепло. Для нас бесплатно, для вас совсем недорого. И я тебе не завидую, если ты никогда не видел этой подземной красоты. Кстати, сейчас я хотел бы обратиться. Послушайте, уважаемые гости столицы, типа жаждущие культурно продвинуться, плиз, просто спуститесь вниз, сюрприз. Вам это не снится, постарайтесь что-то впитать и чем-то тут проникнуться. И прежде чем бежать на выставки и в музеи, прогуляйтесь по нашему подземелью. Нет, я прошу прощения, гости, но эта тема посвящена, к сожалению, тем, кто с рождения в этой плоскости, главным лицам этого андеграунд представления. То есть нам, то есть муравьям, да и то не всем, а только тем, кто рано утром, днем или по ночам ориентируется тут легко, без помощи всяких схем. Тем, у кого есть любимые маршруты, кто сейчас мчится в поезде на свои замуты, кто знает грамотные пересадки, знает, где надо зайти, чтобы выйти у первой арки, кто, избегая кольцевого сумасшествия, добирается на район с пакетом без происшествий, кто, попадая в океан открытый, прячет глаза убитые, лениво зевает. Ну, короче, здесь прикольный трекан тоже. Гуфа интересно слушать, на то время было. Прям интересно, я к тому имею в виду, что он рассказывал прям что-то из своей истории, где он там пошел за хлебушком буквально, и с ним приключились какие-то вещи. Слушать интересно, рассказывает он круто, под такой инструментал вообще, ну, просто конфетка, просто, не знаю, интересно, интересно просто. Погнали слушать хук. С легким, но колким порывом ветра, преодолев сырые подземные километры, по светлым станциям и холодным туннелям, лови метрополитен мэйл. С легким, но колким порывом ветра, преодолев сырые подземные километры, по светлым станциям и холодным туннелям, лови метрополитен мэйл. С легким, но колким порывом ветра, преодолев сырые подземные километры, по светлым станциям и холодным туннелям, лови метрополитен мэйл. С легким, но колким порывом ветра, преодолев сырые подземные километры, по светлым станциям и холодным туннелям, лови метрополитен мэйл. Метрополитен мэйл. Какой же бит сочный, пиздец. Крутой битос. Давайте дослушаем. Но он жив, надо спасти его. Он неудачник. Забудьте о нем. Мы не можем его бросить. Можем, я так сказал. Блин, легендарный мультик. Блин, прикольный хук. Интересно слушать куплет, вот прям я его часто тоже слушал на протяжении всего времени. Потом в конце скажу, какие мы тут самые любимые треки с альбома. Мы, конечно, не все еще тут, конечно, не все послушали. Вот. Блин. От Мико инструменталы просто божественные. В них столько души, столько какой-то энергии такой положительной для меня. Очень круто. Очень круто. Треку поставлю, ну, 5 из 5, не знаю, мне очень честно заходит. Кто-то может со мной быть не согласен, но, как по мне, это очень крутой трекан. Погнали слушать следующий. Так, 13-й трек, «Надо лечиться». Тоже прикольно. Здравствуйте. Здравствуйте.
Я вообще-то не привык жаловаться на здоровье. Кому какое дело, что там меня беспокоит. Но что-то не то происходит, заранее извиняюсь. Я написал куплет в надежде, что мне полегчает. Может, вы мне что-нибудь посоветуете? Я не знаю, с чего начать, но походу все очень плохо. У меня постоянно болит голова и все время колет вот тут, в районе правого бока. Наверное, из-за плохой подачи крови. Даже жарким летом у меня ледяные ноги. Я посвящаю строки этой белой дороге. От порога своего дома до порога ночной стоматологии. Кто-то сливает по килограмму денег в клуб, а мне не хватит и 5 кило, чтобы сделать зубы. И для моего дантиста нету клиента дороже. Я хорошо плачу, соответственно, меня любят тоже. Я потею сильнее всех на сцене все время. Тут вот есть чисто... перефразировал, да, его слова, получается, с трека. Как, с какого трека, подождите, для мамы? С Ice Baby, да, по-моему? Или нет? По-моему, да. Ну, короче, ладно, слушаем дальше. Даже если парни одеты теплее, и я вовсе не делаю больше движений. Может быть, дело не во мне, может быть, дело в фене. У меня аритмия, иногда безумный стук моего сердца ты можешь услышать за милю, а иногда у меня вообще не бьется сердце. Может быть, дело не во мне, может быть, дело в перце. Последние несколько месяцев, когда мы выступаем, после третьей песни мой голос куда-то пропадает. Врачи считают странным, но очевидным. Хотя и рано мне еще иметь проблемы с щитовидной. Мне надо выпить что-нибудь перед сном. Можно, конечно, пиво, но лучше виски или ром. Но потом я требую продолжения веселья. И на утро всегда охуеваю с похмелья. Иногда я не могу открыть глаза с утра. Хожу по квартире с закрытыми туда-сюда. Но это проходит после первой утренней пятки. Так что с глазами вроде у меня все в порядке. Блин, вспомнил я их концерт, который даже выходил на видео, да, который снимался, его показывали часто по MTV, который назывался «Эфир в норме», да, центр, там, где, ну, прикольный достаточно концерт, там и Баста был, и Тандем, много кого из приглашенных рэп-артистов там можно было увидеть, интересный достаточно концертик, и там у Гуфа действительно пропадал голос, и он такой своим охрипшим голосом зачитывал. Блин, надо будет как-нибудь... По-моему, даже у меня на жестком диске он есть, этот концерт. Но он есть, скорее всего, где-то на Ютубе, но, наверное, прям в хуевом качестве. Но концертик был прикольный. Согласен, надо лечиться тогда. Может, подскажете мне, с чего начать? Я знаю, люди не птицы, но я родился в столице и всю жизнь хотел научиться летать. Я согласен, надо лечиться тогда. Может, подскажете мне, с чего начать? Я знаю, люди не птицы, но я родился в столице и всю жизнь хотел научиться летать. Я согласен, надо лечиться тогда. Может, подскажете мне, с чего начать? Я знаю, люди не птицы, но я родился в столице и всю жизнь хотел научиться летать. Я согласен, надо лечиться тогда. Может, подскажете мне, с чего начать? Я знаю, люди не птицы, но я родился в столице и всю жизнь хотел научиться летать. Я согласен, люди не птицы. Блин, крутое битло, крутой трек. Один из лучших, как по мне, на альбоме. Наверное, многие будут со мной не согласны. Ну, может быть, ну, тут и есть, конечно, поприкольные, наверное, треки, но мне этот прям вкатывает и хук, и сам текст. И про недуг. Ну, как часто бывает. Гуфа, когда рассказывает какие-то там вещи свои, чем он там занимается, что у него болит и так далее. Ну, звучит это прикольно. На то время это было очень круто. То есть, ну, интересно было Гуфа слушать об его историях и так далее. Короче, трек прикольный, и хук здесь, как по мне, ну, уместный и звучит хорошо. То есть, здесь нету прям дофига куплетов. Есть куплетик, есть припев прикольный, как по мне. В общем, трек я поставлю 5 из 5. Следующий трек идет «Колпак» фит с Марком.
Этот трек, честно скажу, мне никогда не нравился. Хотя я, насколько знаю, имел этот трек особую популярность. Многим кому вкатывал, особенно моим знакомым, которые употребляли, допустим, там, да, осуждаем это, конечно же. Но, не знаю, мне никогда не заходил. Слушаем трек «Колпак», 14-й трек. Погнали. Фит Марк. Короче, все, у нас начинается момент, позиция. Кто знает, он в курсе, что это такое. Пока я буду оставаться гуфом из центра, я буду качаться на студии, качать на концертах. Даже если за несколько тысяч километров и встретить некому, мы звоним нашему спецагенту на бежевом мобиле Вектра. Встретить нас в Домодедово утром в среду. И даже если сам он в Медведково, пробки конкретные он встретит с плотно забитой пипеткой. Круто прилетать откуда-нибудь издалека, знать, что тебя ждут дома, как и всегда. Потом попросить огня скосить глаза и смотреть, как под стеклом тлеет гидропоника. Сам сравни, что лучше со своими людьми, развалившись фантазировать на тему всякой фигни. Лишний раз оценить качество московских бошек. Или в такси не пизди, не кури, смотри в окошко. Известен широко в кругах узких, вычислить нелегко, он хозяин белорусской. Мерси, Микос, Забидос, а ты чувствуй респектос нехуйственный, от белки до кузни. Сейчас я что-нибудь тут придумаю, скажу. Короче, кто хочет, приходите вообще через Попенгаген на Палкин-стрит в Дангах. Мы вам, блядь, там все сделаем, хотите так, этак. А, вот еще есть такая тема — подколпак. Значит, кто хочет узнать, что такое подколпак, помните вопрос, знаете сами, куда звонить. Программа «Антисон». Это программа «Антисон», да. Ты наберешь один раз, потом тебе в ответ раз 10. Ночью в 3-5, похуй, где-то, в каком городе, пиздец. Вообще, лучше не надо. Домашний телефон, от кузни до белки. Иногда на Мичуре, мы всегда здесь, на месте. Но мы не курим, не употребляем ничего. Да, это правда. Короче, пиздец. Оптимизировать, взаимодействовать. Могу намутить. Там, конечно, нарежет вся хуйня, вот и прочее. Погоны, дудка, булики. Пацаняриками мы тоже ляпки копаем. Водный решает. Да я хуй знает что. Колпак не шутки, серьезно, замес лютый. Я не скажу, где мы берем. Ну что, я думаю, все, наверное. Пиздец, хуй знает. Мы должны вернуться. Вернуться? Куда? В комнату, где очнулись. В начало. Короче, этот трек мне никогда не нравился. Ни «Парт Гуфа», ни «Речь Марка». Как по мне, один из слабых, наверное, ну, вообще, наверное, самый слабый на альбоме трек. Его оценил, наверное, троечку из пяти, и за бита, и за просто что. Ну, какие-то, может быть, строчки есть прикольные, но мне никогда не вкатывал этот трек. Как-то так. Погнали, наверное, слушать следующее. Было давно. Вот это вот мы приближаемся тоже к легендарности. Легендарный трек, очень крутой. Есть клип, кстати, по-моему, да? Тоже, по-моему, есть клип. Да, он его показывали тоже на MTV. Тоже такой достаточно популярный трекан. Вот он этот клип. Погнали смотреть. Интересный трек, прикольный, со ссылками, да, на какие-то популярных звезд, артистов, исполнителей. Короче, прикольный. Тоже, блядь, 480 только максимум. Погнали смотреть. Е-е, легендария подъехала. Хуёво, что качества нет хорошего. Снег черный, мерзнут, но стоит белый и настроен довольно серьезно. Самолеты летают ниже, зато длиннее паровозы, умнее вопросы и сильнее морозы. Уже ушел Михаил Сергеевич, но еще не было Бориса. Гостиницы в центре китайской столицы. Где-то высоко я смотрел в окно и тупо считал велосипедистов, как это было давно. Как меня сюда занесло, я не понимал толком, зато отличал легко кепку от бейсболки. Помнил наизусть 27 команд МБА, Майкл
Майкл Джордан 23, Мэджик Джонсон 32, Майкл Джексон еще, по-моему, был черный. Группа «Ласковый май» умудрялась собирать стадионы. Рока вел себя скромно в своем первом порно. И оставалось несколько волос на голове у Кобзона. Леха, Леха звала какая-то Алена. Ждал у микрофона Газманов, сына Родиона. Пока Мадонна скакала по сцене like a virgin. Я полюбил рэп и походу полюбил его очень. В каждом доме знали, как выглядит певица Сандра. А за черными очками что-то видел Стиви Уандер. Вся страна напевала миллион алых роз. А Курт Кобейн до конца не прочувствовал передоз. На кухне, по радио, Атас, группа Любе. А Джордж Майкл, кстати, педик по Любе. Еще в проекте не было группы Wu-Tang Clan. Я махал руками на концерте тупо Кармен. Из-за значков Рокки и Рэмбо на синей форме старшеклассники в школе стебали и звали Сталлоне. Я заикался, на уроках отвечал только письменно, а между ответами рисовал портреты Барта Симпсона. Мечтал стать водителем трамвая. Я знаю почему, ведь трамвай легко управляем. Все родные были сотрудниками Аэрофлота. Я видел свои полеты по-другому над этим болотом. Может быть, в этом был виноват МС Хаммер. С его странными штанами, полосатыми висками. Может быть, грубо Крис Кросс, их одежды задом наперед. Ну кто сейчас разберет, как можно было слушать Металлику и ACDC, когда были Ванила Айс и Ice MC. Кому нужен Take That, если есть и Seventeen, Jesse J, Fresh Prince, Deck Team, Snoop Dogg еще был Snoopy, EPO, Yeah, Ice Cube, Dr. Dre, NWA, Naughty by Nature плотно качали, хип-хоп, хоррей, Cypress Hill злобно пищали, Insane in the Brain. На дискотеках No Limits, а то Unlimited и Real to Real. I like to move it, move it, в лучшем случае Salt and Pepper или TLC, а так технологии, лик MC, BB, такси. Далеко не каждая семья могла позволить тачку. На рубль давали два пломбира и жвачку. Стояли аппараты с газировкой возле каждой станции метро. Как это было давно, я захотел стать участником этой хип-хоп эстафеты. Я не забуду тот день 13-го лета. Где-то на севере Китая учился курить в затяг. Люди начинали только правильно писать тупак. Я заценил клип НАСА вместе с Лорен Хилл и подумал про Ванилу Айса, он полный дебил. А сейчас я читаю все это без блокнота. Середина октября 2009 года. Блин, крутой трек, куча отсылок на разных исполнителей. Что-то мне близко, мне сейчас тридцатник, да, что-то, конечно, да, я не выкупил. Ну, вот типа Лика MCBB такси, вот этот вот кринжатина, которая раньше была, это, конечно, да. Мы, конечно, не будем это смотреть, но все же. Трек очень прикольный и сочный парт с кучей отсылок, мне очень нравится. И битос от Капелла. Очень крутой. Так, блин, 5 из 5 этому треку. Крутой инструментал с очень, очень крутой текст с миллионом, блядь, отсылок на разных исполнителей. Что-то я выкупил, что-то нет, какие-то моменты, да, что-то слушал, что-то нет. Тоже, опять же, Тупака, там, Ванилу Айса, Нас и вот это вот все. Это было прикольно на то время. Про Любе, Джордж Ма... Вот, ну да, это все мы знаем, это все видели, слышали. Это прикольно. То есть треку 5 из 5, и мы приближаемся к 16-му треку, который называется «Дома» или «Дома», как он там, ну, я насколько знаю, он называется «Дома». Это фит с Original Ba. Это очень крутой трек, где Гуф записал свою бабулю так по кусочкам, да, там потом сложил это все, свел, смастерил, и получился трек. Блин, очень крутой трек, очень атмосферный, и, блин, я охуевал тогда от этого фита совместного трека. Было очень круто. Слушаем. Крутой трек. Ну и бит вообще мощный. Даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину на Красную площадь. От мавзолея налево через мост и до района. Салам алейкум, все очень просто, мы дома. Кому-то надоело слушать про эти улицы. Его дело, пусть лучше где-нибудь потусуется. Я знаю длину забора, высоту бордюра, палатку с беломором и подъезд, где можно курнуть. Что уже неделю на районе только мягкий черный. И в какое время на кузне освобождают турны. Во сколько встает солнце и знаю точно где. Считаю трамваи, пуская круги по воде. А на той стене, где баскетбольное граффити, раньше было написано Гуф, но сейчас уже не увидеть.
увидеть. Я продолжаю заниматься рекламой района. ЗМ, так приятно оказаться дома. Я помню ширину балкона, помню вид из окна. Уверен, что меня помнят эти дома. ЗМ, вот что я называю домом. Мир всем местным, ван лав дворам по-любому. И когда на небе свое место занимает луна, я шлю свой салам этим домам. Знаю, как... Блин, я еще помню, был видосик, где бабушка его выходила на сцену. По-моему, его ее день рождения делал концерт, у него был концерт, и она выходила на сцену, оно и так, и он зачитывал этот трек. Блин, вообще было очень сочно. Вот так как-то было прикольно. Прикольный видосик с концерта. Ну, может, вы тоже этот видос видели. Может, нет, не знаю. Ну, короче, было так... Классный был видосик. Погнали. Быстрее дойти и знаю куда. В этом мне помогают пути и провода. Тут я могу намутить, даже когда нет бабла. Могу предвидеть, кто сейчас выйдет из-за угла. Могу проехать спокойно по три кирпича и у людей в форме спросить, который час. Могу заорать «Ай!» на площади в два ночи. Я не сомневаюсь, меня поймет райончик. Кто-то интересуется, как я вожу экскурсии. Хуй с ним, я покажу, вы главное чувствуете. Говорят, что я читаю об одном и том же. Бабушка, райончик, планчик, Китай, рифмы похожи. Так вот, я больше не живу у бабули. Недавно переехал с местности, ЗМ, прости. Так же, как и раньше, я пью китайский чай и много дую. Все, кто надо, на связи, я поблизости. Я продолжаю заниматься рекламой района. ЗМ, так приятно оказаться дома. Я помню ширину балкона, помню вид из окна. Уверен, что меня помнят эти дома. ЗМ, вот что я называю домом. Мир всем местным. Ван лав дворам по-любому. И когда на небе свое место занимает луна, я шлю свой салам этим домам. Блин, очень крутой хук и куплеты. Блин, чисто трючок про свой райончик, да, про то, что он там делает. Где-то написано было гуф, там граффити гуфа. Сейчас вы его не увидите. Блин, не знаю, легендарный трек и легендарный фит, блять. И вообще, и мне прям безумно нравится этот трек. С таким крутым инструменталом еще. Причем это продакшн написано от Гуфа. То есть и битло его, наверное, он настучал. Я, честно говоря, не помню за эту тему. Возможно, он где-то об этом рассказывал. Странно, ни с того ни с сего внук переехал, друг. И я не знаю даже, где они сейчас живут. Зато я тут, я всегда на месте. Меня все время фоткают странные люди в подъезде. Я здесь, как обычно, скромно. А там в сторону мимо ням-ням и до дома. Еще не темно, но вроде пока не скользко. Я поняла, опасно на улицах Москвы. Мимо спортивной площадки, где я 100 раз искала внука. Мимо стелы, о которой мне сломали руку. И когда я достаю ключ и подхожу к домофону, знаете, я почему-то за него спокойна. Сегодня его нет в Москве. Он или в Калуге, или в Коломне, или в Костроме. Он говорил мне, но я забыла. Он звонил мне или из Нижнего Новгорода, или из Тагила. Я продолжаю заниматься рекламой района. Это легендарий. Мне так приятно оказаться дома. Я помню ширину балкона, помню вид из окна. Уверен, что меня помнят эти дома. ЗМ, вот что я называю домом. Мир всем местным, ван лав дворам по-любому. И когда на небе свое место занимает луна, я шлю свой салам этим домам. ЗМ решает. И если что случится с луком, вы знаете, где меня искать. Я сама и вас найду. Оторву уши и все на свете, что только болтается. Мир всем местным. Блин, это... Все кончено. Это очень крутой трек. Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайны. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что это такое? Блин, очень легендарный трек, легендарный фит. Инструментал, текста, про райончик, про Гуфа, где он там проживает, про граффити, то, что мы сейчас уже его не увидим. Очень крутой парт Тамары Константиновны.
Original Ba. Легендарочка, легендарочка. Очень крутой трек. Часто его раньше слушал, прям был на репите. Я просто кайфовал. Давно уже не слушал этот альбом. Сегодня вот я решил снова прикоснуться к великому. Это легендари. Это просто вещь. Очень крутая. Так, ну давайте дослушаем уже альбом. Я отойду там несколько, буквально 2-3 минуты. И будем слушать альбомчик Слимуса. По мне так тоже очень легендарный. Поехали, а утро послушаем. А, треку я не сказал, что поставил, да? 5 из 5 треку «Дома». Легендарное музло. Тут просто ничего вроде как не будет, или будет тут... А, нет, парт. Окей. Окей. Мир, ёпта. Это для псевдогангстеров и членов Козы Ностры, для борзых гастеров и колхозных отморозков. Настроение раста, настрой, вскрытие мозга. Битос, Мико, Грация с 2009, Москва. Может, порой жестко, да, но мы ведь из одной плоскости, бро. Тогда прости, а если серьезно, просто охота, пока не поздно, успеть еще что-нибудь до тебя донести. Этот картавый МС не может бесить. И ты в курсе, где меня найти? На кузне, прежде чем пиздить, иди по практикуйся. Того и гляди, собака из мультика случайно укусит. Пока стрелки будут идти, я буду мутить. И мне не важно, сколько вокруг будет наших. Чему-то, видимо, суждено произойти. На этой станции надо сойти. Вагон слишком продажный. Лучшая ганджа, которую можно найти. Гуф тоже тут, плюс нихуевый продакшн. Ты скачаешь это по сети или купишь CD. А что будет впереди, жди. Время покажет. Время покажет. Покажет время. Покажет время. Время покажет. Время покажет. Покажет время. Покажет время. Время. Да, крутой парт здесь про собаку, которая укусит, вообще строчка пиздатая, как по мне. В целом, положняк по альбому, это легендарное дерьмо, это просто легендарное дерьмо. Тут все треки, большинство треков можно, ну, уже разобрали на цитаты. По моему мнению, один из лучших альбомов Гуфа. Мне больше он нравится, правда скажу, чем «Город дорог». В «Городе дорог» есть свои, короче, определенные какие-то треки прикольные, но здесь прям я прочувствовал это все. Почему я взял именно этот альбом на прослушивание, чтобы послушать его на стриме вместе с вами? Потому что он мне близок, наверное, близок по музыке, близок по, ну, по инструменталам, близок по текстам, здесь как-то поинтереснее звучит, как-то прикольные какие-то там... Фиты, ну фиты здесь не особо, то, что прям как-то отличаются от дальнейших, да, допустим, то, что там в дальнейших альбомах у них будет по фитам, но здесь очень крутые биты, на которые наложен очень охрененный, как по мне, текст, тоже истории свои какие-то, да, тоже я сейчас проностальгировал, ну, словил вот это вот, и прям мне очень нравится. Топовые треки выбирать здесь не буду, как по мне, ну, не знаю. Сами все прекрасно слышали, видели мои реакции на определенные треки. Вот, по мне альбом это 5 из 5. Даже если какие-то там мне парты не зашли буквально в двух, в трех треках, это не важно. Тут, блядь, 17 треков, ну, есть, конечно, скитосики, да, но все равно, как по мне, это очень крутой альбом.